Муфтият Республики продолжает проводить коллективные ифтары. Эти мероприятия в месяц Рамадан стали традиционными. Сегодня в одном из банкетных залов Махачкалы ифтар был необычным. В нем по приглашению муфтия шейха Ахмада Афанди принял участие в Рио главы республики Владимир Васильев. Встреча началась с посещения выставки реликвии пророка Мухаммада и выставки книг выдающихся дагестанских ученых-богословов, а также стенда памяти дагестанских религиозных деятелей, погибших в результате террористических актов. Далее мероприятие продолжилось в банкетном зале, где все уже было готово к коллективному ифтару. Первым перед собравшимися выступил в Рио главы Республики Дагестан Владимир Васильев. Очень важно в работе с людьми объяснять, как многое значит труд. Труд воспитывает, труд дает возможность создавать все. Все, что окружает нас, труду. Поэтому люди, которые трудятся, должны быть защищены. Эти люди должны быть уважаемы, чтимы. Для меня крайне важно, что я приглашу сюда, на это очень важное собрание людей, которые являются нравственным примером для всего Дагестана. И не только Дагестана. Потому что уважение угорцев, которое существует в России и за ее пределами, во многом определяется вашим трудом, тех, кто был впереди вас, ваших учителей. И я еще раз хочу за это поблагодарить вас. Далее выступил муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. В своем выступлении он выразил благодарность Владимиру Васильеву за поддержку деятельности муфтията республики. В первую очередь то, что здесь ваше присутствие и то, что вы поздравили присутствующих, это поздравление всех дагестанцев, это уважение к всем дагестанцам. Дагестанцы, я думаю, это будут понимать. За это мы вам очень благодарны. То, что ведущий сказал, мы поддерживаем, помогаем в социальных проектах, строим мечети, оказываем помощь малоимущим, строим садики, школы. Это тоже, если бы не поддержка и не понимание со стороны властей, ничего бы не получилось. И за все, что мы делаем, за это тоже мы вам очень благодарны. В завершении мероприятия муфтий республики вручил благодарственное письмо Васильеву за вклад в дело сохранения духовно-нравственных ценностей в Дагестане. Стоит отметить, что главная цель проведения ифтара – единение верующих и укрепление между ними дружественных отношений.